Здравствуйте, я очень рада вас приветствовать здесь на Экофесте 2018. Скажите, пожалуйста, как вас зовут и откуда вы к нам приехали? Меня зовут Светлана Игнатьева, Латвия. Скажите, давно ли вы являетесь инвестором Skyway и что вас подвигло прийти в проект? Инвестором я являюсь в конце 2014 года. Вот, и сподвигло то, что, во-первых, добро народу, во-вторых, это очень интересный проект, это потрясающе, конечно. Вот, и действительно, очень даже хорошо, что мы спасаем Землю от всяких нечисти, потому что то, что едет наверху, мы спасаем и наших козочек, и нашу травку, и яблони, и все. И еще самое главное, это мой внук Ричард Барманис, и действительно, я хочу будущее для своих детей. Потому что это надежно, это прекрасно, я знаю прекрасно, что какая моя жизнь будет дальше, но ихнее будущее будет обеспечено. Это очень меня радует. Это действительно очень важно. Да, и это... буквально скажите пару слов о сегодняшнем дне, ваши эмоции, ваши впечатления от того, что вы сегодня смогли здесь увидеть, что вы почувствовали. Ну, вы знаете, это потрясающе. Мы уже не первый год, я привожу людей сюда уже третий год, и это захватывающее состояние. Потому что, во-первых, господин Юницкий говорит нам именно о нашем будущем и о том, что творится сейчас в мире, и как идет адресные проекты, как великолепно проходит полностью все строительство. Мы с Ричардом проехались на этим. Конечно, это захватывающее состояние. Вот. Меня не удивишь именно полетами и скоростью, потому что я бывший работник Аэрофлота. Вот я была стюардесса, я была молодой. Вот. Но для него это очень хорошо, очень захватывающе. Великолепный инвестор. Тоже он сам. Очень важно. Это очень важно. Мы рады видеть новое поколение, молодое поколение. Молодое поколение, и это очень, очень важно и очень хорошо для нашего уже, ну, антикварного поколения. Ну что вы. Я говорю, зато я знаю, что это хорошее будущее и для нас, и для молодого поколения. А сегодня мы смотрели взахлёб очень от всего, от того, что уже произошло, за то, что уже видим. Это просто ну, великие чудеса. Чудеса с того, что за такое короткое время можно было сделать такое потрясающее строительство и потрясающие люди. Вот вообще руководство, я вам скажу, что ну, я видела очень многое в жизни, но это великолепно. И господин Юницкий, и окружение, вот, и мы, структура, и НТАН, это великолепный наш лидер, великолепный спонсор. Вот, о нас очень заботится. И вы знаете, мы искренне, я скажу честно, мы счастливы. Счастливы от того, что это все есть, что происходит. И, а даже слов нет. Вот так настолько все хорошо. Ричард, ты, может, что-то хочешь еще сказать по поводу того, что ты почувствовал и что ты... Понравилось ли? Понравилось. Мне довольно понравилась идея Юницкого. Это могло бы спасти мир. Это очень здорово. Я вас благодарю за ваше интервью, и я надеюсь, что вы будете дальше наслаждаться этим прекрасным и историческим днем. Потрясающе. Потрясающе. Мы приезжаем и будем приезжать еще не раз, и не два, и не три. Спасибо. Вот. Спасибо вам. Спасибо вам.